Огромное удовольствие нам это доставляет. Резать арбузы? Все для людей, все для Ханты-Мансийска. Арбузы, самые сладкие арбузы. Вот. Выдают их, сами выращивали игроки, какая игра. Старались без косточек. Где-то в раздевалке у вас теплица, да? Именно так. Огород, да, есть. Где именно, говорите? Рабочими удобрениями. Если съесть пару кусочков этого волшебного арбуза, можно заиграть в НХЛ? Остался последний арбуз. Даже, наверное, своей игрой в НХЛ-то. В команду легенд сразу можно. Да, сразу легенды. Ну, весело, прикольно. Давай, пили глубже. Is blowing, the bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. По хоккею, по атмосфере, по установке, по игрокам. Пока много незнакомых игроков, но следим за сюжетами выложенными, за роликами. Пристально наблюдаем и ждем с нетерпением. Говорю сейчас не только за себя, мне кажется, я говорю сейчас за всех болельщиков нашей любимой команды.